Веру Ивановну Соловьеву, пожалуй, знают все димитровградцы. Ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный учитель, почетный гражданин города. Родилась она в 21-м году, в 42-м пошла на фронт. Победу встретила в Польше, освобождая Освенцим. Книга ульяновского журналиста Геннадия Демочкина «Вера и правда» – первая книга о Соловьевой. Книжка, все, что там написано, истинная правда. И все так, как это было. Вы знаете, мне хотелось показать в этой книге быт женщин и службу женщин. Книга рассказывает не только историю жизни Веры Ивановны. В ней воспоминания о фронтовых подругах, о военной любви. Как любили. Понимал каждый, что это нельзя, что это не время. Автор книги Геннадий Демочкин признался, что Вера Ивановна очень похожа на его маму, тоже бывшую фронтовичку. Ну, у меня это 25-я книжка, но все равно она особая. Она особая вот по тому, что я как будто бы снова встретился с мамой, и потому, насколько правдиво и скрупулезно я спрашивал у Веры Ивановны подробности ее военного быта. Книга «Вера и правда» издана тиражом 1000 экземпляров, и вскоре она появится в крупных библиотеках нашего города. Татьяна Елисеева, Анжелика Боровинок, новости Димитровграда.